Всем привет, друзья. Четверг. Собираем. Полирнули тут чуть-чуть. Шар как смогли. Ну, более-менее по сравнению с тем, что было. Сейчас. Поворотный кулачок собираем. Эту часть не собирал сам никогда. Обычно сюда не доходит. Шрус поменяли, дальше поехали. Ну, этот раз решили все перебрать. Там оно все уставшее было. Не так уставшее, но более-менее. Фест. Ну, типа начало сегодня, но основное завтра, я уже говорил. Пятницу. Сейчас попробуем быстро собрать, потом по электрике чуть-чуть посмотреть. И можно будет ехать завтра пораньше. Попробуем. Так, ну эту часть собрали. Все хорошо. Осталось подшипники ступицы подкинуть. Новые. Поставить ступицу и можно хаб. И можно ехать. Пытаюсь выбить грязь. Прилуцкую, ну. Видите? Не вынимается. Да, в идеальном состоянии. Ладно, с новыми подшипниками будет огонь. Да, думаю, глядя на это, все скажут, это жесть. Иди посмотри на подшипник. Почти рабочий. В идеале, да? Можно было не трогать, да? Чуть-чуть добавить смазки, если будет хорошо. Сейчас, может, смажем до назад? Нет, по сути, если вы эмоционально, то можно поставить. Можно гонять еще? А? Можно гонять? Да, я думаю, это да, для такого не очень. Говорят, пойдет еще. Не, ну мы поменяем. Тут недорогой вариант. Лучше на нем поездим. Один десяток ударов при выбивании подшипника. И не все отпало. Ну, на пол не упало, перевернул. И теперь выковыриваю. Не странно, что шрус сломался в таком, в такой жести. Сейчас новое ставить будем. Боймы поменял. Пытаюсь поставить. Что-то не одевается. Смотрю, а тут хоп. И отверстие по подшипнику внутреннее разное. Так что придется сейчас бэушку ставить назад. К сожалению. Сейчас я быстро не куплю. Хотя на коробочке написано Patrol 3/1. В общем, наружный хоть совпал подшипник. А внутренний, видно, со 160-го, скорее всего, патруля. В общем, не... Не он, к сожалению. Ладно, потом в следующий раз поменяем. Уронил. Ну, не судьба его, значит, ставить. Сейчас будем искать новый. Разлетелся. Да. Что-то Максик посмотрел. Нигде ничего нету. Мегауаз под угрозой. Так что поедем без участия зрителями. Скорее всего, к сожалению, ну, так уже не страшно. Призы все равно по 2 доллара, смысла особо в соревнованиях. Ну так, для себя покататься, ну, покататься можем и так. Да, такие специалисты продают подшипники, блин. 60-й, 160-й, какая разница, блин. Patrol и Patrol. Вон аж насколько разница, видите, в отверстии, внутренний диаметр. Так, друзья, единственный шанс поехать на этой машине. Вот ролики, вот обойма. Сейчас будем пробовать собрать его на место. Не знаю, как получится, но так все целое. Но попробуем. Так, после того, как он лежал в песочке, все мы помыли.
собрал, я знаю. Придется ставить. Автопром подшипники есть, но это сегодня уже физически туда до 6 не успеем. Завтра с утра тоже не до этого. Короче, сейчас поставим этот, поедем так. Сейчас обойму очистили. Подшипник тоже более-менее продули. Будем ставить. Вариантов нету. Приехал дельфин. Мальчик, а как вы тут? Как вы тут оказались? Я через границу приехал, дядя. 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 Так, забиваем обойму старого подшипника. Обоймы разные, соответственно. Вот они, видите, как отличаются по высоте и по диаметру. Да, все надо проверять заранее. Проверил, он уже дня 4 или 3 лежит. Ну, дня 3 уже лежит, то есть можно было поменять 8 раз. Теперь уже и не поменяешь, и нету. Подшипник, который долго выбивали, обойму снимали. Пришлось поставить, ну, наружный новый будет. Наружный одинаковый. Пришлось поставить назад, в принципе. Все, сейчас финишная прямая. А? Что? Да, тут уже делают специально обученные люди. Да. Крису надо специально объяснять, как вообще происходит. Сейчас будет все нормально. Это сертифицированное. Это все сертифицированное. Сертифицированное СТО, которое готовы машины до РСИ. Не закрути мне гайку. Да зачем ты ему, глянь на его ручки, куда ему крутить? Это я гайку закручу. Я все гайку закручу. Это все. Давай специалистам передадим по подбору запчастей. Из какого магазина? Снизу справа. А, понял, внизу справа? Ой, блин. Ссылку на магазин оставим в описании. Крис затарился. Так, надо закрутить гайку. Так, ну все, сейчас. И затягиваем суппорт. Суппорт, и можно ехать. В общем, все готово. Крутится. В этом болоте, ну, помоем. В Толокуне там есть где помыться. Даже иногда полностью. Кто не видел, посмотрите. Покупались, починились, поехали домой, видео называется. Так, ну что, все нормально, сейчас будем собираться дальше. Друзья, ну все, колесо крутится. Сейчас будем стартовать, пока поближе к дому. Завтра уже на фест. Так, друзья, все получилось, я еду, Витя сзади, идет на обгон, он снимает меня, я его, подрезает, обгоняет. Ну, все работает нормально, так что на фест едем, но этот УАЗ был на фесте. 10 раз. Сейчас будет 11. Ни одного пропуска не было. Из-за этого подшипника чуть не это. Чуть не пропустили. Ну нормально все. Там помыл я. Помазал. Ездил же он на нем. Так, не подрезай, осторожно. Завтра цепляем прицеп дачу и полетели. Онлайн, наверное, включим. Уже там руки свободны будут. Вроде и заранее начали. Надо было вчера прояснить этот вопрос. Ну, вчера была работа, и поздно я
Поздно собрался я. Все, Витя улетел. В общем, всем пока, до встречи, подписывайтесь. Фестиваль будет хороший, я надеюсь. Погода должна быть хорошая, неплохо. Дожди лупанули на 2-3 дня. Было бы круто.